Всем привет! Сегодня мы приехали в магазин Светофор. Нужно нам серьезно закупиться. Это светофор, который у Сималэнда. Смотрите сразу, какая пароварка. Кастрюля-пароварка. Ну-ка, стоит она 999 рублей. Но материал такой тоненький. Слышно? Не знаю, насколько качественная. Ой, тут есть сковородки. Вот такую сковородку я уже покупала. Она очень классная, тяжелая. Вроде бы это ее цена. 725. Бокалы. Перед Новым годом актуально. Так, сколько там? 3 штуки. Вот фужер для шампанского. 136 рублей. Так, ну мы с вами вот так бегло посмотрим. Посуда, ножи, салфетки. Рука для запекания. Так, здесь хозяйственные всякие штуки. Вот он тирт, который я уже покупала, мы его сами пробовали. Так, ну-ка. Какое-то средство для чистки посудомоечной машины. Стоит всего 300 рублей. Интересно, хорошее, нет? Я взяла вот такой вот гель для душа. Вот он тут стоит. Стоит всего 79 рублей. Очень дешево. Попробуем. Так, это мыло хвойное. Ой, дезодорант Рексона 90 рублей. Угу. Так, зубная паста. Так, сейчас я... Мне надо зубные щетки посмотреть. Не знаю, как они. Кто-то, может быть, брал, пробовал, хорошие, нет. Написано более расслабляющий, более комфортный. Средняя жесткость. Надо попробовать. Потом вам сама расскажу, как. Пойдемте дальше. Ой, тут есть плечики прорезиненные. Сколько они стоят, наверное, интересно. 123 рубля, вот вижу. Тут 10 штук. Так. Эмаль, какие-то непонятные штуки. Это, наверное, для машины все. Это мне не интересно. Так, лампочки. Так, а это что такое? Это пеленка впитывающая, одноразовая. Я так понимаю, что для животных. Да, видите, написано. Для домашних животных. Очень милая упаковка. Маленькая Бетти. Это корм, видимо, собачий. Говядина. Вот такой еще есть. Ну, я сомневаюсь, что здесь есть что-то приличное для животных. Я бы не стала своих кормить. Вон какой-то дарлинг. А этот чайник. А это дарлинг. Ну, вот они не питательные. Абсолютно не сытные. Так, силиконовый, силикогелевый наполнитель. Нам это, конечно, на один горшок. Маленький очень объем. Но вообще интересно попробовать силиконовый какой-то состав, силикогелевый, адсорбент. Блокирует запахи, экономный расход, гипоаллергены, моментально впитывает влагу, не имеет запаха от душек и красителя. Безопасен для людей и животных. Ой, не знаю, взять, не взять, сколько он стоит. Так, это древесный. Так, что-то цены не видать. Хм. Ладно, сейчас подумаю. Так, это холодильник с мороженым. Вот тут появился Сникерс. Не видела раньше, чтобы такое был. Так, сколько он стоит? Вот, Сникерс 29 рублей. Серьезно? Надо взять попробовать. Так, еще интересно, вот это фисташка. Ой, что это? Да, фисташковая Тадж-Махал.
Сейчас найдем, сколько он. Так, не вижу цены. Цены не вижу. Так, это уже рыба, и то. А где цена? Чудеса света, может. А, наверное, вот этот чудеса света. 99 рублей, разве может быть? Может, оно с заменителем? Не рискну. А вот сникерс рискну. Интересно. Никогда не пробовала сникерс мороженое. А тут еще и белый. Вот тут их много в запасе. Это рыба. Винина на кости. Минтай 88 рублей. Филе пангасиуса 222. Так, что-то еще. Камбала 93 рубля. Кальмары 119. Мы их брали. Это не очищенные. Но нормальные. Так, форель, кита. И сейчас мы в холодильнике. Тут вот сыр по-шахонский. Так, российский. А еще остался какой-то князь Мещерский. Это все сыр. Не сырный продукт. О, это мой любимый сыр рикотта. Обожаю его. Из него я делаю чизкейк. Как-нибудь тоже сниму. У меня дома еще стоит баночка. Всего 141 рубль. Очень классно. За 500 грамм. Состав хороший. Так, а это что такое? Сыр. Мягкий, сливочный. А, вообще упаковка такая же, не знаю. 149 рублей. Вот такие. Пластинками за 31 рубль. С ветчиной плавленые. Вот такие плавленые, кстати, хорошо на этот, на суп сырный. Сейчас тоже посмотрю, может, что-нибудь возьму. Такие. Может быть, видно цены. Так, а это сметана. Сметану никогда не пробовала тут. Ни разу. Творог, говорят, не очень. Тут еще посередине много всяких сыров плавленых. Масло. Вот мне говорили, что какое-то масло нормальное, но я забыла. Поэтому пока боюсь брать. Потом вспомню, в следующий раз возьму. Так, соус Рика. Это чесночный. Сколько он стоит? 38 рублей. Так, йогурты. Где же мои любимые молочные коктейли? Так, имбирь. Имбирь 106 рублей. Еще вот такой соус есть. Тоже чесночный. Тут уже сливочный чесночный. И есть сырный. 27 рублей. Так, коктейль из морепродуктов, икра мойвы, тут вот всякие рыбные штуки, салатики, спаржа с морковью, баклажаны с морковью, вот цены, 79, 143, фунчоза 135. Так, это сгущенка, эту сгущенку мы пробовали, она оказалась не самая плохая, но не очень похож, поэтому мы не повторяем. Так, сливки. Вот мне все интересно сливки попробовать. Пока брать не буду, но потом как-нибудь возьму, протестирую. Молоко. Сколько? Так, это оно, нет, ультрапастеризованное, 43 рубля. Да, это оно за литр. Сосиски. Сосиски, рябушка из мяса птицы. 79 рублей. А, это колбаски копченые. 131 рубль такие. Ух ты, а что это такое? Ой, это сало. Нет, сало я не люблю. Рулет куриный. 245 рублей. Это чебаркульская птица. Так, опять на сало похоже. Колбаски всякие. Я в колбасках ничего не понимаю, поэтому доверяю выбору обычно.
Так, тут семечки больших размеров. Эти жареные, а эти жареные соленые. Стоят 33 рубля оба. Есть еще Дед Семен. 65 рублей. Ну, объем одинаковый. Вот эта вот штука мне понравилась. Смотрите, как красиво выглядит. Это смесь, микс из цукатов, 124 рубля. И тут еще бананчики. О, кешью. Эти 279 рублей. Вроде говорят, светофоре неплохие орехи. Обычно свежие. Арахис. Так, финики 110 рублей. Миндаль есть. Миндаль 375. Так, это что? Это виноград сушеный коричневый. 127. Арахис 144 был. Еще есть грецкий орех 229. Ну, тут компотная смесь, курага пошла. Еще какая-то смесь. Так, что дальше? Посмотри, соль, если маленькая, возьми. Если мелкая, соль возьми. Так, макароны всякие. Так. Так, белки 10,4. Нет. Чем больше белков, тем... Чем больше белка в составе, тем они качественнее, тем лучше варятся. Так, Алмак, 900 грамм, здоровая пачка. Так, что тут? О, 13, представляете, белки 13, надо брать. Так, это мы сейчас возьмем. Бешбармак, Лагман, ну, у меня это есть, пока много. Букатини какие-то, это, наверное, которые с дырочкой там. Такая маленькая лапшичка. Это маленькая, она 22 рубля. Букатини 45. А вот эти, которые мы взяли, 40 рублей за 900 грамм. Спагетти Макфа. Ну, эти я показывала. Макфа 22 рубля здесь. Полкило. Так, тут у нас что? Четырнадцать. Тоже неплохие. Точнее, тоже хорошие прям. Раз этих много, только я упаковку поменяю, что-то мне какие-то сломанные попались. Давайте посмотрим. Нормально. Берем. Так, что еще? Здесь сахар, соль. Большими объемами. Так. Вот этот наборчик мне нравится. Все, хочу его. Сколько он стоит? Непонятно. Набор специй, вот, 233 рубля. Так, это всякие супы готовые. Вот рис увелка. Но он что-то разваривается, я хочу другой. Сейчас посмотрим. Рис пшено. Вот этой фирмы. Мне гречка понравилась, вот ее хочу найти. Рис гранто. Вроде нормальный был, по-моему, я его варила. Смесь круп 4. 4 злака, это 24 рубля. Крупа гречневая написано есть. Где она? Крупа горох. 16 рублей. Так, что-то гречку не вижу. Где она? Давайте в коробке посмотрим. А, да, вот она. Хорошая. Вот это хорошая. Смотрите, какая огромная пачка. 12 пакетиков, 960 грамм. 74 рубля всего. И она форму держит, не разваривается. Быстро варить и вкусно. Вот. Дальше. Какие-то сухарики. Смотрите. Сколько такие? 44 рубля. Ой, тут фисташки 229. Вот эти в какой-то хрустящей корочке со вкусом микс. 98 рублей. Чипсы. Так. Чипсы, чипсы. Надо подумать.
Так, тут есть какой-то чай, тропический коктейль. Санти Хиллс. Такой никогда не покупала, не знаю, фирму такую, 32 рубля. Так, есть вот такой вот в коробочках чай черный индийский, 49 рублей. Так, а это что? Смотрим. А, это та же фирма. Благородный вкус, это кенийский, 73. Тут еще краснодарский. Вот такие упаковочки. А есть какие-то в пакетиках. Там конфетки, трюфель, детские наборы. Так, печенье. Вот такие простые печеньки сахарные с ароматом топленого молока, 58 рублей. Сушки, 33 рубля. Вафли. Это вафли... непонятно. 64 рубля. Видите, она коричневая и белая. А эти просто белые, 39 рублей. Ух ты, какая большая упаковка. Тоже черная и белая. Как аду. А, это шоколадно-пломбирный вкусом, 65 рублей. Вот такая тоже очень большая упаковка. Здесь сколько? Здесь 500 грамм, а здесь... А, и здесь 500, просто форма разная. Пряники 54 рубля, вот эти 55 в виде колечка. Кстати, кукурузные палочки. Ну ладно, я не буду в этот раз брать, стоит 48 рублей. За вот такую большую упаковку. Кексы. Сколько кексов? Отличный. Будем кекс брать? Кексики на десерт? Нет? Мы что-то никакой десерт не берем. Возьми какой-нибудь. Ну да. Тоже кладем. Так, это что такое? Сдобное с ароматом, там то тоже топленое молоко. Печенье 97 рублей. Ой, вот эти интересные, смотрите. Там тоненькие. Будь здоров, крекер с отрубями. Угу, это что-то полезное, 46 рублей. Тут с лошадкой. Так, как называется? Слободка творожная. Это творожная, 46 рублей. Так. Тут хлебцы еще есть всякие. Вот такие зеленые. Это написано к чаю. Это с кукурузой, с отрубями. И еще вижу бутербродные. Все по 15,90. Так, вот тут еще сладкий снег. 134 рубля. Ну, называется он, правда. Конфеты не глазированные. Супле, суфле. Пухлый кролик. А, пухлый кролик. Вот такой набор. 159. Так, кукурузные. А, это уже хлопья. 45. Наборные сквик. Две упаковки. 139. Вот такие вот. Это что там? Типа воздушный рис. 80. Нет, сколько? 34. 34. Мармеладки. Много разного мармелада. Конфеты. Грильяж. Как это называется? Казинак. 49 рублей. Халва за 500 грамм. 39 рублей. О, вот это интересно. Настре. Какие-то конфетки. 158. Может, такие тогда взять? Нам понадобится. Так, птичья сказка. Типа птичьего молока. Тут есть какие-то коричневые и с голубым рисунком. Ой, вот такие мы брали. Это в треугольничках. Там арахис в шоколадной глазури. В одном треугольнике несколько шариков. 135 рублей. Нормальные. Так, это что? Паркур, форт, маневр. Тут, видимо, набор из разных. 143. Вот такие желешки. 117. Тоже арахис, кто любит, в белом, в коричневом, в глазури.
А я цены не вижу. Цены нет. Вот такой набор. Такой 167. Так, и еще есть кокосовая какая-то штука. Интересно. Зерновой батончик с кокосом. 39 рублей. Еще вот трубочки. 169. Какие-то печеньки. Так, это, наверное, зефир в шоколаде. Да, 137 рублей. Ушки 127, орешки 133. Вот эти вкусные, но у них какой-то масляный, какой-то после привкус остается. Не очень приятно. 56. Аленка 49. Тимми 73. Так, ну в принципе и все. Там дальше еще остался ряд с алкоголем. Это нам очень актуально. В общем, в этот раз что-то тут по ассортименту то ли все разобрали, то ли еще не завезли. Практически ничего не взяли. У меня огромный список, вот. Надо было все это купить. Купили 3 пункта. Очень жаль. Ладно, значит, завтра едем в какой-то другой магазин. Спасибо, что были со мной. Потом во влоге покажу вам покупки, что конкретно мы купили. Всем пока-пока.